13 ноября в пристройке к западной трибуне спортивного комплекса «Металлист» состоится фестиваль по интеллектуальным видам спорта «Интеллиада». На «Интеллиаде» вы и ваш ребенок сможете познакомиться со всеми интеллектуальными видами спорта и поиграть в них. Получить квалифицированный совет от мастеров спорта, записаться в удобный для вас кружок. Также можно будет познакомиться с детскими клубами, которые помогают развивать интеллектуальный потенциал детей – литературный, математический, экономический. Участники мероприятия: Харьковская городская федерация ГО, Харьковская областная федерация шахмат, Харьковская областная федерация федерации шашек Украины, Харьковский клуб «Русские шахматы», детские клубы, Харьковский литературный музей, техническая студия «Вынахидник», образовательное пространство «Гравитация», клуб «Смайлик», игры человека. Организаторы: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и руководитель Харьковской городской федерации ГО Абросимов Евгений Олегович.